Здравствуйте, уважаемые мастера и любители маникюра! Сегодня я бы хотела с вами поговорить о нанесении однотонного цветного покрытия гель-лака Entity. Перед нанесением покрытия нам необходимо подготовить натуральный ноготь. Для этого я буду отодвигать кутикулу, используя масло Entity Cuticle Oil. Небольшое количество масла я наношу на кожу и распределяю вокруг ногтевой пластины. Далее при помощи апельсиновой палочки аккуратно отодвигаю кутикулу от центра в сторону. Снимаю остатки масла при помощи спонжа. Используя пилку Entity 180 единиц, я придаю форму свободному краю ногтя. Допиливаю боковые стороны и прохожусь пилочкой аккуратно по свободному краю. При необходимости вы можете сделать либо европейский, либо классический маникюр. Выбирайте тот вид, который вам больше удобен. Протираем ногтевую пластину перед покрытием дезинфектором Entity Natural Nail Prep. Для этого небольшое количество средства я наношу на спонж. Обрабатываем ногтевую пластину. Этот дегидратор убирает излишнюю влагу из всех слоев ногтя, идеально подготавливая поверхность влажных ногтей перед нанесением гель-лака. Итак, после обработки ногтевой пластины, при необходимости, вы можете нанести праймер. Сегодня я буду использовать праймер Entity New Bond. Это бескислотный праймер. Его формула позволяет очистить и обезжирить ногтевую пластину, обеспечивая лучшее сцепление даже с самыми чувствительными ногтями. Для этого небольшое количество праймера я наношу на ногтевую пластину, стараясь не попадать на кожу вокруг ногтя. Также прохожусь по толщине ногтя по торцу. Следующий этап – это нанесение Entity UV Base Coat, то есть базовое покрытие, которое обеспечивает сцепление цветного покрытия с натуральным ногтем. Наносится покрытие очень-очень тонким слоем. Для этого я отжимаю кисть у края флакона, наношу на ногтевую пластину, отступая примерно 0,5 мм от кутикулы от боковых валиков. Можно еще раз отжать кисть, если вам необходимо. И по хорошо отжатой кисти нужно пройтись по торцу свободного края. После нанесения базового покрытия на все 5 ногтей, нам необходимо заполимеризовать его в лампе. Для этого вы можете использовать ультрафиолетовую лампу как 36, так и 9 Вт. Также можете воспользоваться LED-лампой. Время полимеризации составляет 30 секунд. После полимеризации базового покрытия следующим этапом будет нанесение Entity UV Color Coat. Это цветное покрытие. Для этого сегодня я буду использовать цвет Steel the Snow. Цветное покрытие наносится по технологии в 2 слоя. Первым цветным слоем необходимо обязательно запечатать торец. Аккуратно, не доходя до кожи, прокрашиваем всю ногтевую пластину. Отжимаю кисть о край флакона и запечатываю аккуратно торец ногтя. Я нанесла первый слой цветного покрытия на все 5 пальцев. Далее мне необходимо заполимеризовать в ультрафиолетовой лампе данное покрытие в течение 2 минут или в LED-лампе в течение 30 секунд. После полимеризации первого слоя цветного покрытия я буду также тонко наносить второй слой цветного покрытия. Единственное, что в этом случае я не буду запечатывать торец.
практически повторяю контур первого слоя. После нанесения цветного покрытия на все 5 пальцев необходимо также заполимеризовать этот слой в ультрафиолетовой лампе. После полимеризации второго слоя цветного покрытия нам необходимо перекрыть его верхним покрытием топ-кот. Оно также наносится тонким слоем. Для этого я хорошо отжимаю кисть о край флакона, перекрывая все слои цветного покрытия. Обязательно верхним покрытием необходимо запечатать торец свободного края ногтя. Также буду покрывать все 5 пальцев. После нанесения верхнего покрытия на всех 5 ногтей, я также должна заполимеризовать это покрытие в лампе в течение 2 минут. В завершении процедуры необходимо снять липкий слой с поверхности покрытия. Это нужно сделать дезинфектором Entity One Nail Prep. Для этого небольшое количество препарата наносим на спонж и протираем ногтевую пластину. Буквально 1-2 движения. Обратите, пожалуйста, внимание. Липкость есть на всех слоях гель-лака, но снимать ее нужно только с верхнего покрытия после полимеризации. В конце процедуры наносим масло для кутикулы, для кондиционирования кожи вокруг ногтя и придания красивого, ухоженного, законченного вида нашему покрытию. Легкими массажными движениями я втираю масло. Итак, наше покрытие с модным красивым оттенком готово. Напоминаю вам, что сегодня я использовала цвет Entity Stillless No. Всю показанную продукцию вы можете приобрести на нашем сайте красоткапро.ру. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!